Я думаю, любите вы, господа, ностальгические обзоризации. Так вот, вот это было место последнее, да, где был магазин дисков для PlayStation. Сюда вот заходишь, да, вот стойка даже осталась та самая. И туда заходишь, да, и там диски для PlayStation продают. Сейчас это обувной какой-то, с детской обувью, с пришибленной, но раньше, да, магазинизация с пиратскими дисками тут была. Вот, господа, вот так вот. Это последнее место, да, куда я заходил, где они продавались. А последнее там совсем еще дальше, он там пиратский совсем неликвид продавался. А тут последний, вроде последний диск в моей жизни я покупал. Я не помню, какой диск я увидал, там игру наверху, да, для PlayStation. Но не знал, что это говно, я думал, это наверху, как на компьютере. Вот, купили там, и я посоветовал другу, он купил. А это просто говняный платформер оказался, да? Потому что если наверху на компьютере, и там круто, да, квест, да? А есть наверху скиллмонк есть, да? На консольке. И он полное дерьмо собачье, просто невозможно играть. Вот, я так подставил друга вот здесь вот, в этом магазине. На этот Skill Monkeys. Но он был доволен, в общем-то. А я потом пытался играть так, на эмуляторе вот Skill Monkeys, такой параша, да? Вот. Хорошие воспоминания достаточно, но такие вот дела, да? Я тут другую игру купил, да? Я купил тут вроде как нерабочий Chrono Cross. Вроде это было здесь. На одном диске, да, Chrono Cross, он нифига не работал, да? То есть там был запоротый момент и зависание наглухо какое-то такое. Вот, из-за перевода. Так что печальненько все. Ну, вот так вот. И это было 11 лет назад, правильно? Правильно. Нормально, нормально. О, смотрите, какие зато кошельки там продают. Не, смотрите, какой ботинок, да? Который бы никогда не купил, а кошелек. Или сумка, которую бы никогда не купила, вот. Помои какие-то продают, короче, вообще. Я думаю, тут кеды, тут вообще помои какие-то, да? Хрень, да, вот полнейшая. Все, тушите свет.